Романовке сказали, что детей там нет, что дети здесь в Войнантоновке. Вот мы приехали сюда с мамой. Почему-то нам дверь никто не открывает, как всегда. Привет. А где дети? В смысле, какая разница? А ты где была 25 числа? Дети мои где? Дети сейчас и где-то довольны. Выведи мне детей. Они не хотят. Детей выведи. Они не хотят. В смысле не хотят? В прямом смысле. Детей выведи мне. Они не хотят, тебе Женя по телефону сказал. Не ври. Выводи мне детей. Чего не ври? Хватит уже, а? Сколько можно? Ты сколько можно детей мучить? Это ты мучаешь. Сколько можно над ними издеваться? Да? Они маленькие еще. Ну да, да. Хватит издеваться маленькие, над детьми. Мы уже делали выводы. Детей выведи моих. Они не хотят. А ты где полгода была? 3 года была? Где ты была? Что за бред? Помогала. Не надо меня спровоцировать. Я детей выводи мне. Почему ты мне детей не даешь? Хватит издеваться над детьми. Они не хотят. Хватит издеваться над нашими детьми. Ты сколько можешь это делать? Да, да. Сколько можно уже это терпеть? Ты текст долго заучивала? Какой текст? Ты долго текст заучивала? Я тебе говорю, детей моих выведи. Все на этом. В смысле моих гнешь? Я тебе звоню, ты трубку не берешь. Что да? Скидываешь? Хорошо. Посмотрим. Почему ты мне звонит? Детей не даешь? Объясни. Посмотрим, кто кому звонит. Объясни мне. Ты никакому же сюда звонишь, да? Объясни мне. Почему ты детей не даешь? Они ты не издеваешься над ними. Они не игрушка тебе. Не пойми хотят. Это. Вот именно. Они не игрушка. Про них. Ты в свободное время. Что за бред? Давай мне детей выводи. Где они? Бери иди участкового и, пожалуйста, добро пожаловать. Вперед. Участкового да. Ты хочешь? Да. Да? Да. Ты ждешь участкового? Да, я хочу все законно. Детей мне суд определил. Еще какого нет. Ты имеешь права не давать моих детей? Где я тебе определил? Покажи мне. Определение? Покажи. Я показывала покажи. Вам уже. Покажи. Показывала? Что там было внизу написано? Что там было внизу написано? Здрасте. Здравствуйте. А дети здесь находятся? Нет. А где они? Дома. А сказали, что они с мамой. Они сказали, что с матерью здесь. Ну, а Мишка дом? Сказал, что они здесь. А? Не здесь, а дома. Где дома? Ну, в Романовке где, Нина? Знаешь, что нас обманули? Они же дома. Он сказал, что здесь, мы сюда, оттуда приехали. Я тебе говорю, они дома. Нет. И бабушка поехала туда, блин, с ними сидеть там. А почему они нас обманывают тогда? А кто обманывает? Миша сказал, вышел, что дети с матерью находятся в Антоновке. Ты хочешь проверить? Да не, они действительно, наверное, там. Я тебе говорю, они дома. Сейчас только мы с работы приехали, Сережа поехал домой. Бабушка с ними там сидит. Нас что, опять обманули, что ли? Ну, походу так. Пойдем. Пошли. Как дела? Пошли. О, дядя Сережка. А где дети? В смысле, какая разница? Где мои дети? Они не хотят. Дети где находятся? Почему вы туда-сюда меня гоняете? Мишка сказал, там Войнантоновки. Я туда пошла. Дядь Вова сказал. Здесь. Видео включи, посмотри. Ты говори по делу, что я сказал. Иди, ты сказал, они у мамы. Я сказал, они с мамой. Все, я не вышла в Войнантоновку. Все, пускай, что хочешь. А сейчас где дети находятся? Со мной дети находятся. Говори, что хочешь. У тебя? У меня. Почему ты мне не даешь детей? Кого выводи тебе? Они мне не детей. Хотят. Вот у меня бумага есть, видишь? И что? Решение из суда. Вот, и что? Посмотри. Посмотри. Печать стоит. Посмотри. И что? Посмотри, что? Берите участкового. Все. Все, берите участкового. Бери участкового. Ты можешь детей вывести? Бери участкового. Можешь не курить, мне дым положить? Отойди тогда.
Ну отойди чуть-чуть. Ребенка немножко. Не трогай. Нет, руками. Отойди немножко. Его никто не трогает. А почему? Детей выведи мне. Ну, хотят они даже с тобой разговаривать. Они тебя знать не хотят. Бред? Привод тебе потому бред. Все. Ты а ты лучше своими дочерьми занимайся, которые ты бросала, когда в Турцию убежала. Ну все, до свидания, бери участкового. Почему ты мне детей не даешь? Они не хотят. Они хотят. Они не хотят. Вот придешь через 30 дней, как там указано, если ничего не изменится в жизни. Это не решение еще. Постановил детей меня. Вот здесь вот эту. На, посмотри последнюю ерунду. Посмотри. Да не надо мне читать, я читал. Я знаю, что это такое. Вот, смотри, решение. Смотри, если не грамотно. 30 дней. Печать судьи. Судья решил оставить детей к смерти. Иди, иди, вон, в РУВД, вон, бери участкового, пожалуйста. В чем проблема? Что ты меня вытрепаешь? Почему ты не можешь по-хорошему это решить? Давай решим по-хорошему, я тебе сказал. Выведи мне детей. Я тебе сказал, они не хотят. Все. А что за бред? Бери участкового. Пускай он зайдет и посмотрится. Все. На этом тема закрыта. До свидания. Почему ты вообще меня не выводишь? Еще раз сюда приближишься, у меня сторожевая книга. Да что ты говоришь? Вот посмотрим. Сколько стучим, ждем, они не выходят. Я звоню, не отвечают на звонки. Я вообще в шоке. И поступают вот так вот, постоянно подло поступают со мной. Я приезжаю, они не выходят. Звоню, трубку не берут. А дети где? Дети где? За детьми пришла. Мама дети. А что ты через месяц пришла? Какой мама? Месяц? Хорош уже врать, а? Каждый день врете. Дети где находятся? Миша, ну что вы делаете? Не, ну уже она в декабре последний раз была. Нет, я прихожу, вы не открываете даже двери. Вы не выходите. Мама, не слушай его, он бред говорит. Дети где находятся? Вы вообще находятся? Не выходите, даже как да будто вас нету. Нету. Давайте соседи позовем, кто здесь у нас. Дети мои, где находятся? Руки убери, давай соседи подойдем, стоп, пойдем соседи. И что? Посмотрим, приходите или не приходите. Как будто соседи видят каждый день. Я прихожу, вы мне даже дверь не открываете, вы бессовестные. А тут никого нету? Нет, сейчас позовем, почему? А что, они видят что? Сюда пройдем и посмотрим. Дети где находятся, ответь. А что? Где дети? Раз не было. Дети где? Почему ты меня спрашиваешь? Как не звоню? Ты не знаешь, не говори. Я каждый день звоню, вы отключаете телефон, трубку не берете. Не было, ты только маякуешь. Что ты врешь? Нет, я тут тебя. Хорош уже врать. Сколько можно врать? Ну, все, хорош все, врать. Вам не стыдно? Вы врете, нет, она врет. Ну что вы делаете? Вот, бессовестные. Нет, все. Ладно, дети у мамы. Мам, поехали туда тогда. Дети. Раз он говорит, что да. Дети там, поехали. Дети. Поедем туда. Там. Мама, поехали давайте. Туда. Ну, провоцируйте.